Привет, давай играть в кулинарное шоу. Пора накормить всех. Насыпь кашу. Налей молоко. Добавь морковь. Так держать. Добавь помидор. Пора перемешать кашу. Молодец! Ты замечательный повар. А теперь пришло время украсить кашу. Теперь каша будет намного вкуснее. Каша самая красивая. Миу, 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 миу. Давай помоем тарелку, намочи ее водой. А теперь давай ее намылим. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Тарелка теперь как новая. Молодец! Миу, 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 миу! Ура! Можно приготовить кашу с новыми продуктами. Давай приготовим кашу. Насыпь кашу, так держать. Налей молоко. Настала очередь добавить. Так держать. Добавь помидор. Теперь добавь морковь. Наша каша так держать. Каша удалась. Давай добавим в ней украшения. А ты знаешь, как сделать кашу красивой. Твоя каша выглядит замечательно. Намылим. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Идеальная чистота. Ты как всегда отлично справился. Готовить кашу с новыми продуктами. Давай оценим игру. Выбери смайлик. Пора накормить всех. Насыпь кашу. Попробуй что-то другое. Молодец! Налей молоко. Теперь добавь грудку. Теперь добавь яблоко. Настала очередь добавить. Теперь добавь малину. Пора перемешать. Замечательный повар. А теперь пришло время украсить кашу. Какая красота! Твоя каша самая красивая. Миу, 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 миу! Давай помоем тарелки. Намочи.
помочь ее водой. А теперь давай ее намылим. Теперь надо протереть тарелку губкой. Осталось протереть ее полотенцем. Умница! Тарелка такая чистая, что я вижу в ней свое отражение. Можно приготовить кашу с новыми продуктами. Если тебе понравилась игра, нажми кнопку «Оценить».